Состав будет ходить из Имеретинского курорта в понедельник, вторник, среду и четверг, а из Майкопа во вторник, среду, четверг и пятницу, сообщает пресс-служба Северокавказской железной дороги. Сегодня между Майкопом и Имеретинским курортом по определенным дням недели курсирует дневной поезд. От станции Белореченская он ходит объединенным составом с «Ласточкой». Новый поезд будет отправляться с конечных станций и прибывать на них по привычному для жителей Адыгеи и Краснодарского края расписанию. Из Майкопа «Ласточки» продолжат уходить каждый день в 7 утра и прибывать на станцию «Имеретинский курорт» в 13 часов. В обратном направлении отправка в 16:03 и прибытие в столицу Адыгеи в 21:41.